Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Batman. Как он оригинал или как он правильно? В общем, Batman. Так, что нам надо? Ага, ну так это недалеко. Так. А вот еще что надо посмотреть. Ну-ка. Ранг 9, а нужен ранг 10. А, нет, это не то. Не тот. Да нет, вот это мне надо, наверное. Так, здесь это ничего не могу улучшить, да? Вообще, почему рейтинг 10, темный рыцарь? Чтобы получить улучшение, требуется рейтинг 10 защитника Готэма в системе темный рыцарь. Так. Используйте это для подрыва сенсорных мин. Да, вроде улучшение ближнего боя, по-моему, тоже все прокачано. О. Шоковая перчатка. Атаки потребляют меньше энергии, но позволяют нанести врагам больше удара. Блин, не знаю, что-то я улучшаю. Ну, вроде вот. Так, еще раз позволяет. Так. Владение техникой рукопашного боя позволяет вам получить второй жетон специального комбо приема, если вы продолжите наращивать комбо. Ну и базовое управление. Тут, по-моему, он не прокачивается. Так, ну давайте посмотрим еще. Так, а где у меня лучший космат? Так, защитник Готэма. Стоять. А мне надо что там? Так. Так, темный рыцарь. Требуется это к системе темный рыцарь. А у меня сколько, интересно знать, темный рыцарь. Система темный рыцарь. Нужно 10. Бля, величайший детектив, что там надо? Когда ваш счетчик комбо пожелтеет, нажмите Е, чтобы выполнить решающий комбо удар, используйте. Завершите бой, не выходя из режима фокуса. Так, выполните 5 контрударов. Семь разнообразных приемов в одном бою. Ну-ка. Everyone on the side. No
Так. Ага. Клеевая. Давай попробуем клеевой. Так. Все понятно. Снайпер. На. Так. Семь разных. На. Так, значит, получается, я хорошенько, да, могу их... Надо, блин, как-то делать тогда. Повышать свой статус темного рыцаря. Так. Система темный рыцарь. Ну-ка, здесь что? Используйте мощную атаку ударом. Так, три раза. Выполните 20 критических ударов в одном комбо. Выполните контрудар во время добивания. Так, ну вот здесь-то поди полегче будет, да? Заполните базы данных. А сколько у меня? Так, заполните 54, так. Так, завершите битву в режиме хищник, не принимая, так, не применяя решающих ударов. Разнообразие решающих ударов. Решающий удар через вентиляцию удара. Взрывчатым гелем захват из-за угла и захват с высоты.
Короче, жопа жопная, пока у меня светит. Так, вообще, что у меня за цель-то? А, вниз надо. Да ёт твою мать! Ну давай. Нахрен завалили. Numbers to look at from up close. Ладно. Don't know why everyone was so afraid of them. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. No. Let's go.
Да. Сумел. В одном бою. Ой, где это что-то? Да, мать ваша. Так. Да мать его. Давай. Блин. Заберите на вершину здания в округе Даймонд. Пролетите метров, можете воспользоваться так, крюком. А я чё? Боец преступности.
Так. Я-то на месте. Где вход в это здание? Во. I should try to use my new glue grenade to plug these pipes. Ну-ка, подожди-ка. Открыл. Это я куда захожу? Я уже тут ни хрена не помню. Везде только взрывные вещества какие-то. Так. Тянем. Заходим. Блин, что-то есть понемногу подсосредоточенный. Вообще тут был. Не помню. Блин, блинский. Ага. Не могу. Изоляция.
Так, что у нас с картой? Не туда пошел, ну ничего, вернемся. Понятненько. Это не Бэйн, а один из его людей. Right in the precinct's holding cells earlier. I should scan his corpse. Давай. The victim was dosed with a chemical вещество, вызвавшее временные изменения физиологии. Need to check the autopsy report to find out more. That computer should contain the autopsy report I'm looking for. Конечно, это не Бэйн. Бэйн-то здоровый был мужик. I should check that computer for the autopsy report before I leave. Вот так. Shouldn't leave here without checking the autopsy report. Да мать его. Давай проверяй. Interesting. The victim was using a powerful compound. Употреблял мощную смесь, очень похожую на уличный наркотик под названием Веном. It changes the user's muscle. Оно изменяет структуру мышц и костей. Enhancing strength for a temporary. Сильнее хотел бы. Видимо, эта смесь чем-то была, так, снижает умственные способности того, кто ее употребляет, в том числе серьезный поврежденный центр, так, памяти, постоянное использование грозит потерей памяти. Сильный, но тупой. Сил есть, ума не надо, да? Так. Ага. All available units, we've received reports of shots fired inside the Coventry district. Witnesses describe two armed groups fighting over what appear to be chemical weapons. Requesting any available officers locate and secure the scene. Chemical weapons. Надо разобраться, химическое оружие. Конечно. Выходим на улицу, смотрим. I should hurry to Bane's location before I lose the signal again. Так, минутку. Теперь, когда у меня есть эта херня. Я
Я хочу вот эту точку освободить. Твою мать. Энигма. Ох ты, энигма появился. Always. Ну ладно. Так, это меня выкидывают. Хорошо помню. I guess in the end you just didn't measure up, did you? But when the bar's been set so high, who can? Yeah. На. Слишком много о себе возомнил. Решающий удар. I put everything I've got into this one. Throw yourself at it for a while if you must, but you're not crying. It's not a chance. All units getting calls about a disturbance. Stand by for location. I thought you had a city to save. So what are you doing wasting time with me? Ну
Так. Непостижимо. I don't think so. What's wrong with you? It's not like I'm backing the bad guys here. Well, not usually. You're invading. Совершается преступление. You got how many assassins running around out there, and you're lecturing me on selling personal information? Way to prioritize. You're going after Gotham Optics next, or maybe some telemarketers? Ooh. If that information gets into the wrong hands, people could get hurt because of you. And people do get hurt because of you. So I assume you know, когда... handing yourself over to the police now? Просто болит, да? That's what I thought. Так, и что мы будем делать? Мы сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Говори. I'm not with those guys. Enigma hired you to collect information. Tell me where it is. What? I don't know what you're... The extortion data. Where is it? That extortion data! I gotta find... Конечно, правильно. Как там промах? Так. Так. На. Осталось-то немножечко. Две штучки. Thank you.
Ага, вон оно куда. Ну давай. Так, а почему она не открылась? Вот так. Так. А где это? Вот она. Так. Давай. Охренеть. У них какая-то развлекуха там, что ли? Вот этот. Я здесь все собрал. Давай. Перебрасываемся в другую точку. На. Блин,
Завершено, здесь завершено. А вот тут дополнительное улучшение, ни хрена. Заполните 50% баз данных. Не применяя решающих ударов. Это как? Оставаясь невидимым. Так, вот я делал. Бесшумных решающих ударов за одну битву в режиме хищник. Бесшумных решающих ударов за одну битву. Три захвата с высоты, решающий удар через вентиляцию, решающий удар с стены. Мать его. Давай. Давай, идем. Stay away from the tower, Batman. I've got work to do, and now you're just getting in my way. Так. The bat is real? What is this На. Oh, you're tenacious, I'll give you that. But you're still no match for my vastly superior intellect, as you'll soon discover. Смотрим, давай, смотрим, что у меня там.
Да вообще ни хрена не так. Мне надо наверх попасть. Понятно. Эй, say stuff for us. Да. Блин, током убило больше, чем вреда наделало. And here I thought I'd finally met my intellectual equal. So much for that. Хорошенький. Хоть и говно, конечно, но хорошенький. Так. Открываем боевые испытания и испытания в режиме хищника, подвергаясь по основному сюжету. Вообще ни хрена не так. Ну-ка, давай-ка. Stay away from the tower, Batman. I've got work to do. And now you're just getting in my way. Да, стой! Поднимемся. Сами как-то ликвидировались. Как вы хотели.
Открыл. Ох, какое большое слово. Давай. I mean, you took down all the towers, which means you foiled my plan. Except, oh wait. Что твой план? Ты разрушил мои гениальные планы. Это же данные будут у всех в Готэме. У меня еще есть время положить этому конец. Но попытка была достойной. Ставлю 5 за старание, но 2 за результат. Я тебе дам 2 за результат. Так, я сколько-то тут поуничтожал уже. Блять, всего 2 осталось. Так. Давай. Could take off, I guess. Hope no one notices. There are a lot of guys grabbing guns. I think they got trackers on them or something. Cobblepot's guys seem to find anyone that takes off. So we ditch the guns? They know our faces. They'll find us. I guess we could leave the city. Not with force. I can't believe this. Last time I ever take something, they're saying is free. Давай. Что-то получится. Книгами теперь можно. А вот и я. From this. Is that
Давай. Tracking signal I saw was coming from somewhere down that tunnel. Так, ну я здесь. Проходим. Выламываем. Подожди. Это что за мини-бейн-то появился? Добивающий, решающий. Looks like I'm stuck. Назад. Maybe I can use my glue grenade to create a raft. Ну никакой защиты экологии нахуй.
Бля, да чё у тебя с... Сырок уходит. Мой маячок где-то здесь, а значит Бен здесь, скорее всего. Проект 1, похоже, Бен экспериментирует с новой формой Венома. It must be what caused the physiological changes. Some of this research is dedicated to overcoming his own addiction and dependency on Venom. He can't survive without it. Impressive work. But it looks like Bane hasn't found a way to counter the damaging side effects this compound has on the brain. Как он может изучать, если он тупеет? Опа, прибежал куда-то. Включил. Оказывается, не такой тупой. Знает мою личность. Знает, кто я. В поместье Уэйн небезопасно. No, I can't risk them discovering my identity as well. Just secure yourself in the Batcave. What are you going to do? А что вы будете делать? Я направляюсь к тебе. Что-нибудь придумаю. I need to get back to the Batcave and quickly. Давай. Давай. Так. Repeat. Suspect is airborne in a jetpack, armed with a flamethrower. Multiple hostages on the Pioneer Bridge. Firefly. Что-то не понял. Must know Joker's behind bars, and he's putting those people in danger to get to me. Delta 65 to dispatch. Who's the OIC at Pioneer? Captain James Gordon, the officer in charge. Не просто так оказывается все это дело. Вернитесь в пещеру Бэтмена. Выходим тем же путем. Новых путей мы не ищем, это старый проверенный, все ловушки обезврежены. Lives could be at risk at the bridge. If I can hack Firefly's communication channel, I can learn more. And if the cops try anything stupid, kill them. Sure thing. And how long before we set the timers on the bombs? Not until the bat shows. We'll wait all night if we have to. There's $50 million riding on this. Alfred, Firefly has hostages on the bridge. Светлячок удерживает заложников на мосту пионеров. Я должен их спасти, прежде чем... I can't abandon those hostages. Давай.
Блин. Ой, спасибо. Будь здоров, ой, спасибо. Кстати, может быть, мало ли, на всякий случай. Давайте-ка заглянем перед тем, как я не убежал туда. Так, место преступления, нет. Безумный шляпник. Ну-ка, давайте вот сюда зайдем. Ради интереса посмотрим. Здесь, чтобы знать хотя бы, что у нас.
На. Так, ты пришел, как я рад. Для меня большая честь. Где девушка? Не понимаю. Чудесненько. Вот и несешь. Ну, так, возможно, мы не на одной волне. Но это поправимо. Тик-так, следи за часами. Приветствую в стране чудес. Не понимаю. But she's here again, safe with me. Still, forces of the queen are everywhere, conspiring to reclaim her. Where? Who better to protect Alice than the Batman himself? А если он у меня не прыгает? Мать его, тут вообще не разберешься, как оно должно быть. Just remember, left is right and up is down. Or was it right is down and left is up? Oh. Так, ну-ка давайте там, где заяц будет. Разобрался. Careful now. It's not all flowers and tea parties down here. In fact, Wonderland's home to some rather nasty creatures. And it brings out the best. In the world. Don't worry, Alice is in very good hands. More tea, Alice. Get away from me! Oh my, it seems someone's forgotten her manners. Мать его, что-то меня быстро забили. Быстро. And here I thought I'd finally met my intellectual equal. So much for that. Ну, будем это исправлять.
Энигма. На. Неплохо. You must be wondering why I brought you down here. Well, see? I developed the most wonderful device, one that compels obedience. And with weaker minds, it works quite easily. Stick my creation on their heads, and just like that, they're under my control. The stronger-willed individuals, however, require a bit of, breaking in. And this, my friend, brings us to the here and now. You are my Humpty Dumpty, Batman. Your mind is shattered, and when I put the pieces back together, you'll be mine. Forever. Так, попробуем по-другому. И все мне берега какие-то, мать его. Ну давай. Ага. Все говорят, сказки нету
в реальности. Did you know time moves in 7 different directions here, but you've stuck to just one? Forward, always forward? How boring. Ага. So why don't we try moving back? Блин, у чучела. В другом Бэтмене подобная херня. Вот так. Давай. Давай, вот так. Stop it. Stop it. Молодец. There's no limit down here, not with you. I'm in control. You play by my rules. You and Alice both. Do as I say right now. Прибегаем. Почему туда прыгаешь, тварь? Залазь. Help me! He can, he will, he just has to leave. He can, he will, he just has to leave. He can, he will, he just has to leave. Really now, you're becoming my pet peeve. На. Вот и все. Освободили.
Шляпник пойман. Don't worry, you're safe now. The police are on their way. Everything's going to be all right. Надеюсь, no, где-то это засчитается. It's not. Ляпник побежден, кстати, тут где-то этот есть. Достопримечательность. Место преступления. Ну, давайте на место преступления посмотрим сначала. И просто интересно, что тут. Не понял. Так, что-то глюкнуло. Тут ничего нет. Ага. Шива. Шива за наградой пришла. Это утешительный приз на случай, если ты провалишь испытание. Испытание мне не до того. Где-то в Новом Готэме вот-вот погибнет невинный человек, и мы оба знаем, что ты этого не допустишь. Вопрос только в том, Бэтмен, удастся ли тебе найти и спасти? Тихо. Ну так получилось. Building. There's not much else in the file. His identity might shed some light on things. Сканируем. Brian Murphy, an account manager at the Gotham Merchant Bank. Клерк из коммерческого банка Gotham. Injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. Blood spatter indicates a high velocity impact. I should check the roof. Надо проверить крышу. Так. Опа. The railing here is broken. Was it an accident, давай, or was he pushed? Two sets of footprints means the victim. Два типа следов означает, что погибший был не один. Suggests he had a briefcase.
Надо найти кейс. Блин, так муторно тут лазить. Вот он кейс. Здесь два типа. Сейчас один принадлежит погибшему, другой Роберту Хейнсу, известному мошеннику. Мне нужны последние известия. Так. No need, sir. I already have a search area. Check your display. No. Задержание подозреваемого. Ну-ка. Ну и где он? Так. Не понимаю. Где-то под землей, что ли? Тайники с наркотиками, черные маски, испытания Шивы. О, штаб-квартира Эни. Ну вот сюда я пойду. Неплохо у меня тащит. Come on, step into me. Ah, crap.
Да подождите вы. А вот теперь стойте. Увидел кое-что. Бам. На. Показалось. Ты в другую сторону не ушел. Заходим, смотрим. Можем мы его сейчас нет приструнить? Запалил он, тварь. Ладно. Посмотрим. Что за херня? Куда мне? Где у меня основное задание? Вот оно. Тренировочное планирование. Ну-ка давай-ка посмотрим. Hostages in the bridge sublevel. Just get yourselves into position.
Ага. Вот так. So I can approach safely. Okay. Бэтмен здесь, если хоть один из вонючих легавых вступит на мост. Да, кстати, чё-то это баба. Так, никогда бы не стал приказ на штурм. Dispatch, this is Marine 4. Where's the tactical command post? We're supposed to report to Gordon. TTC is inside the center pillar at the base of the bridge. 10-4. Где я тут? I need to get to the base of the central pillar and quickly. Где я видел? Вот оно. Еще раз. I need to get down to the base of the central pillar. That's where I'll find Gordon. Так. Тайник с наркотиками. Ну так.
Вот так. Так. Исход решен. Заходим. Send in your men. Не посылай туда людей, Светлячок начинил мост взрывчаткой. Покажись. Нет, отзови их, если Светлячок взорвет мост, жертвы будут эти люди в опасности из-за тебя. И ты у меня теперь помереть, что ли? I'm going to bring in Firefly myself. Don't send anyone else in until I tell you it's safe. You'll stay the hell out of this. You hear me? Это вроде... Брэндон, репорт! Давай, кто тут, блядь, строил такие коммуникации? Все надо, да, залепить? Ай-яй-яй. Прыгай. Блять, а почему ты здесь-то не хватаешься? Ведь ничего тебе не мешает.
Вот так. Давай. Первый раз почему-то не схватился. Блин, как в Звездных войнах нахрен. Первый. Хрен победишь, куда идешь. Еще. Давай. Ботинки там вообще шикарные. I need to make one of these guards tell me how many bombs Firefly has and where they are. Так. Допрос. Сколько бомб на этом мосту? Господи, он еще и с глазами. Вали его. Need to disarm this bomb before going after the others. Будем искать.
О. Где? Если они обезвредят эту бомбу, люди на мосту погибнут. А где они? Вот она. Так, задание обезвредьте бомбу в бройлерной. Да, что ты мне сделаешь? Пожарную дверь, чтобы защитить заложников. Выводить надо людей, выводить. Just gonna stand there? Untie me! You've been after the bounty on my head all night. It was never Sionis. Это не был Сионис, награду обещал Джокер, а теперь он за решеткой. I heard, but I still got a score to settle with you. Свои счеты, на. Ты чё? I see you again. I expect you to be following that oath to the letter. Yes. Yes, sir. I'm sorry. Ah.
Ага, вон он, что, у них хаос. Взял. Вот теперь можно идти далее. Бомба на месте, мистер Светлячок. Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Yeah, good thinking. Hey, you gotta let us out of here. I ain't gotta do a damn thing, lady. What's the matter? You don't want to get blown up? We're animals. We're animals. I ain't the one in the cage, lady. Me? I'm like the zookeeper. And y'all are a bunch of baboons. Let us out! A bunch of angry, annoying baboons. No. Аж двоих за раз. Давайте. I'm okay. I'm okay. You hear me? На. Да, что-то быстренько как-то мы все это сделали нахрен. Это пипец. Bravo 2, this is command. Report. Source of the explosion was an oil truck on the bridge surface. Massive damage. No casualties observed. Copy. Keep me informed. Sure beat the hell out of those goons. He's a criminal.
what you just did if he wasn't here to help? Ah. If you're so sure about it, why are you whispering? Так, ну-ка, тихо. А? Он заряжен. Ой, будь здоров. Ой, спасибо. Будь здоров. Спасибо. Так. Это куда-то сюда, ну что ли, надо? Так. Третий остался. That must be the fire door Gordon engaged. Ну вот Gordon, сейчас. Open the fire door in the train depot so I can disarm Firefly's bomb at the north end of the bridge. Get off this frequency now. Listen, I'm on my way. Я собираюсь обезвредить бомбу на южном конце. В это время, как я вернусь, дверь должна быть открыта. На какие они идиоты? Alfred, there's a fire door blocking my. Тут закрыта пожарная дверь. Мне нужны коды доступа. А, капитан Гордон не хочет. Heading to get the other bomb. Get those codes to me by the time I'm done. Right, I'll do my best. Так. I need to wait for Alfred to find the codes for this door. In the meantime, there's still one more bomb I can disarm. Так. Я освободить вас не могу, да? Ага, мне путь-то тут отрезан. You took an oath to uphold the law. When I see you again, I expect you to be following that oath to the letter. Yes, yes, sir. I'm sorry. Так.
А что я должен сделать-то? Сюда. Заряжаем. Ай-яй-яй. Ну, я думаю, надо уже и заканчивать. Опа. Это будет нелегко. А никто и не говорил, что легко будет. Куда мне он там? Опа. Вот так. Так, подождите, так это я обратно пришел. Это именно та дверь, которую я хотел взорвать. Вот меня напарили. Кстати, он не устал все время бежать? Ведь все время в беге.
rainforest. Follow me. I got it. Help me kill him. Everybody, get over here now. Now you're in for it. На. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.